Дорогие друзья, мы приветствуем вас на втором туре международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», который уже в 24-й раз проводит телеканал «Россия. Культура». С вами обозреватель телеканала «Россия. Культура» Анастасия Павлова. И продюсер и телеведущий Александр Малич. Сейчас свои программы, подготовленные для второго тура, представят 8 исполнителей на струнных инструментах. Это юные музыканты, которые уже вложили в подготовку к конкурсу огромное количество труда, эмоций и, конечно, надежд. Это вызывает огромное уважение, и мы сейчас с волнением будем следить за их выступлениями. А я назову их имена. Александр Колесников, 10 лет, скрипка, Москва, Россия. Анна Борисова, 12 лет, скрипка, Краснодар, Россия. Пань Сима, 13 лет, скрипка, Пекин, Китай. Михаил Васильев, 13 лет, виолончель, Санкт-Петербург, Россия. Василиса Соколова, 12 лет, скрипка, Астана, Казахстан. Виктория Свичкаренко, 13 лет, скрипка, Москва, Россия. Стефания Махначева, 10 лет, скрипка, Астана, Казахстан. Роман Емельянов, 12 лет, виолончель, Красногорск, Россия. По правилам конкурса, из 8 исполнителей на струнных инструментах в финал могут выйти только трое. Назвать имена финалистов призвано международное жюри, в составе которого сегодня скрипач, дирижер, народный артист России, профессор Московской консерватории, лауреат премии правительства Москвы, лауреат крупнейших международных конкурсов Токийского имени Чайковского в Москве, имени Паганини в Генуе и других. С 2009 года является арт-директором ежегодного музыкального фестиваля «Мьюзика Максима» в Загребе Максим Федотов. Концертирующий виолончелист, кларнетист и дирижер, основатель всемирно известного квартета виолончелистов Растрелли Кирилл Кравцов, Россия-Германия. Народный артист России, скрипач, педагог, профессор Высшей школы музыки Кёльна и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде и основатель Академии в Интерлакене, народный артист России Захар Брон, Россия, Германия, Швейцария. Как и в прошлом году, Захар Нухимович будет работать удаленно из Кёльна. Ну что ж, жюри и участники второго тура представлены, так что все готово к началу прослушивания. Сейчас Александр остается на сцене, чтобы вести программу, а я буду встречать за кулисами завершивших свое выступление конкурсантов и оказывать им моральную поддержку. Удачи вам, Настя. Спасибо. Итак, друзья, мы начинаем прослушивание второго тура, и первым на сцену выйдет Александр Колесников, 10 лет, скрипка, Москва, Россия. Он учится в Центральной музыкальной школе Академии исполнительского искусства. Его педагог Зауре Бакыджановна Жарова. «Сибелиус. Ноктюрн. Сочинение 51, номер 3. Винявский. Концертный полонез номер 1. Ре мажор. Сочинение 4. Концертмейстер Шалпан Барлыкова».
Итак, это был Александр Колесников, 10 лет, скрипка, Москва, Россия. Он учится в Центральной музыкальной школе Академии исполнительского искусства у Зауре Бакаджановны Жаровой. Ну что ж, пожалуйста, оценки для нашего конкурсанта, открывшего прослушивание второго тура. Захар Нухимович, пожалуйста. Максим Викторович, Кирилл. Итак, Захар Нухимович, вас ждем. 12-12-12, это 36, высший балл получает Александр. Максим Викторович, давайте с вас начнем. Какие впечатления? Ну, видите ли, вчера мы уже Сашу слышали здесь, и меня многое поразило, вот это для десятилетнего скрипача свобода владения инструментом, все. Сегодня он предстал немножко в другом амплуа, мне удивительно понравилось звучание, и, в общем, для такого молодого человека глубина прочтения в Сибелиусе, ну, а Плене Свинявского, в общем, мы все сами слышали, блестяще, интересно, разнообразно, так что молодец, в добрый час. Спасибо большое, Захар Нухимович. Что вы скажете? Да, мне многое понравилось, очень многое понравилось и в звучании, и технически многое было очень хорошо. Так что я поздравляю. Да, очень. Спасибо большое, Кирилл. Ну, мне в первую очередь понравилось вот это железобетонные нервы такие, полная вообще уверенность в том, что ты делаешь, это здорово. То есть вот ни секунды не было сомнений, что ты в чем-то сомневаешься. Давай так же дальше, это очень хорошо, это правильно, правильный подход к исполнительству, молодчик. Спасибо большое. Настя, вам передаем слова. Спасибо, Саша. Ну, поздравляем, открывать второй тур, свою номинацию. Это очень волнительно. Поделись своими ощущениями, пожалуйста. У тебя было очень сосредоточенное лицо на сцене. О чем ты думал? Я думала о том, о замечаниях, которые мне делали мои преподаватели, и все пробовал вспоминать. А в целом получилось удовольствие получить? Да. Спасибо большое, мы тебе желаем удачи, поздравляем, спасибо. И все пробовал вспоминать. Прекрасная фраза. Давайте продолжим. Сейчас на сцену выйдет Анна Борисова, 12 лет, скрипка, Краснодар, Россия. Она учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных у Алексея Владимировича Лундина. Энеску, концертный экспромт для скрипки и фортепиано, соль бемоль мажор. Изаи, соната номер 3 для скрипки, соло, баллада, ре минор, сочинение 27, концертмейстер Алена Колесникова.
Это была Анна Борисова, 12 лет, скрипка, Краснодар, Россия. Она учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных у Алексея Владимировича Лундина. Пожалуйста, оценки жюри. Захар Нухимович. У меня, извините, вопрос. У нас по регламенту 7 минут второй тур вообще должен быть, а тут одна соната баллада уже 7 минут. Ничего так? Ну, ничего, я думаю, что мы справимся. Пожалуйста, давайте оценки выставлять. Захар Нухимович, коллеги в зале. Одиннадцать, десять, одиннадцать. Это 32 балла. 32 балла. Захар Нухимович, вам хочу передать слово. Да, это Аня мне на первом туре очень понравилась. Мне показалось, во втором туре в этой программе она не смогла, так сказать, показать все разнообразие тех красок, которые особенно вот в Изаи и в виртуозном плане, и в плане звучания. Настолько, насколько мне понравилось на первом туре ее звучание. Вот, поэтому я, у меня оценка 11, ниже, чем на первом туре. Благодарю вас. Кирилл? Мне очень понравилось, как она играет. Просто я считаю, что надо соблюдать условия конкурса, потому что когда такое развернутое... Ну, в разных ситуациях получается, что не все в равных условиях находятся, потому что кто-то должен выбирать произведения, которые короткие и которые укладываются в регламент, а здесь прямо вот 14 минут, и это несправедливо, я считаю. Вот поэтому такую низкую оценку оставила. По игре все было замечательно, браво. Благодарю вас. Ну, в общем, вполне понятна ваша позиция. Да, Максим, пожалуйста. Ну, скажу, что я очень согласен с тем, что сейчас сказал Кирилл. У меня где-то было у самого что-то между 11 и 10, именно вот по многим таким моментам, и регламенты, и так далее. Но прежде всего мне хочется сказать, что вот, очень хорошо играла, все получилось. Слишком заботилась о том, что все получилось, получилось, получилось. И в результате, в общем, для меня в меньшей степени получилось то, ради чего вот это все получалось. То есть больше какого-то нерва, драйва на сцене хочется. Вот. Не только, чтобы все было благополучно в технологическом плане. Спасибо, Максим Викторович. Настя? Спасибо, Ань. Поздравляем тебя с выступлением. Скажи, пожалуйста, жюри отмечает, что не совсем по регламенту выбрано произведение, а по каким критериям вы выбирали с педагогом? Ну, нам очень понравилось. Она давно слушает Изаи, любит. Вот. Ну, посчитали, что стоит его исполнить на этом конкурсе. Вот. А экспромт тоже сравнительно недавно услышали, очень понравилось. Ну, вот тоже посчитали, что будет хорошо, если его исполнить. Красивое очень произведение. То есть по эмоциональному отклику выбирали. А что ты думаешь о мнении жюри? Я думаю, что все справедливо, и действительно я сильно волновалась. Это чувствовалось, наверное. Но буду дальше работать. Спасибо тебе большое, удачи вам. Спасибо, Настя. Мы продолжаем прослушивание второго тура по специальности струнные инструменты. Следующий на сцену выйдет Пан Сима, 13 лет, скрипка, Пекин, Китай. Учится в средней школе при Центральной консерватории музыки у педагога Выциянь Тан. Эрнст, большой каприз для скрипки, соло на тему баллады Шуберта «Лесной царь», Глазунов, размышления, сочинение 32. Концертмейстер Людмила Усова. Thank you.
Это была Пан Сима, 13 лет, скрипка, Пекин, Китай. Она учится в средней школе при Центральной консерватории музыки у Выциянь Тан. Пожалуйста, оценки для юной скрипачки. 10-10, Захар Нухимович. Ждем вас. 11. 31 балл. Пожалуйста, Максим Викторович, пару слов, будьте добры. Конечно же, здесь собрались
все талантливые дети, все талантливые, одаренные, и вот у этой исполнительницы очень много хороших качеств. Прежде всего, вот у меня, конечно, вот вчера, конечно, выступление было более яркое, чем сегодня. Мне кажется, не в последнюю очередь, безумно сложная вот эта пьеса «Лесной царь», она требует, ну, не только прекрасного аппарата, так сказать, оснащения в левой руке, требует, ну, и зрелости, и огромных эмоций, большого звука, больших контрастов. Вот. К сожалению, этого не произошло, вот, поэтому такая оценка. Хотя перспектива у этой молодой скрипачки, я считаю, очень большая, просто огромная. Спасибо большое. Настя, вам слово передаем. Ну, поздравляем вас с прекрасным выступлением. Правильно, правильно ли мы понимаем, что вы участница множества международных конкурсов и пока только побеждали на них? Yes. Удивительно, с каким чувством вы ехали на наш конкурс «Щелкунчик»? Happy and my pleasure. Очень радостно, очень приятно. Мы вас поздравляем, удачи вам, спасибо. Благодарим, Настя. Напомню, что все туры конкурса «Щелкунчик» транслируются в режиме реального времени на интернет-платформе «Смотрим». Если вы что-то пропустили, то всегда найдете на платформе «Смотрим» видео всех этапов «Щелкунчика». Сейчас на сцену выйдет Михаил Васильев, ему 13 лет, это виолончелист из Санкт-Петербурга. Он учится в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова у Кирилла Александровича Архипова. Рахманинов, «Прелюдия», сочинение 23, номер 10, переложение Анатолия Брандукова. «Щедрин», в подражании Альбенису, переложение для виолончели и фортепиано Армена Георгиана. Концертмейстер, серебряный щелкунчик прошлого года, Михаил Пироженко. Thank you.
Это был Михаил Васильев, 13 лет, виолончель, Санкт-Петербург, Россия. Он учится в средней специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова у Кирилла Александровича Архипова. Пожалуйста, оценки для виолончелиста. 12, Захар Нухимович, 12, 36 – это максимальный балл. Кирилл, вам слово. Ну, вот знаете, вот как раз в исполнении Михаила, вот это то, зачем я сюда пришел на этот конкурс. Я вижу индивидуальность. Ну, сегодня там было там пара зацепов, щедрение, ну, это с кем из нас не бывает. Но вот сложнейшая прелюдия Рахманинова, на самом деле, где надо показать разный звук, краску. Вот все, кто, ребят, до этого играли, вы меня уж извините, но если вы играете кантиленную пьесу, для чего вы ее играете? Чтобы показать красивый, разнообразный звук. Вот Михаилу это очень удалось сделать. Только, Миш, у тебя такая красивая вибрация, но зачем ты этот флажолет все время играешь на рестроне? Это так вот ухо режет. На будущее убери его, некрасиво. А так, молодцы. И то, что дуэт, настоящая камерная музыка, дышите вместе, пачка работает в ансамбле, не глядя друг на друга, играете вообще. Очень порадовали именно выступлением совместным. Браво. Спасибо большое. У нас в жюри единодушие, так что давайте, Настя, вам передадим слово. Спасибо, Миш. Поздравляем вас с самым высоким баллом. Сегодня на сцене вы были со своим не только коллегой, но и другом Михаилом Пироженко. Расскажите, как вы вообще решились вместе играть? Ну, мы с ним в ансамбле очень долгое время. Мы с ним познакомились в подготовительной группе нашей школы. И с первого класса начали вместе играть. И у нас очень хорошо получалось. Мы друг друга чувствуем очень хорошо. Действительно, чувствовалась одна команда. Спасибо вам большое. Поздравляем. Удачи. Благодарим и продолжаем. Василиса Соколова сейчас выйдет на сцену. 12 лет. Скрипка. Астана, Казахстан. Она учится в специализированной школе-интернате для одаренных детей Казахского национального университета искусств. Ее педагог Мадина Булатовна Каханова-Капеу. Также с 6 лет она берет уроки у Натальи Лихопой. Коган, Кью Каприз, номер 3 для скрипки соло. Чайковский, русский танец из балета «Лебединое озеро». Концертмейстер Шалпан Барлыкова. Thank you.
Была Василиса Соколова, 12 лет, скрипка, Астана, Казахстан, специализированная школа-интернат для одаренных детей Казахского национального университета искусств. Ее педагог Мадина Булатовна Каханова Капеу. Пожалуйста, оценки. Одиннадцать, двенадцать. Это 34 балла. Захар Нухимович, позвольте вам передать слово. Да, очень многое мне понравилось, да, очень музыкально и качественно довольно.
Вот. Немножко мне не хватило блеска, особенно в русском танце. Да? А так молодец. Спасибо большое. Настя, пожалуйста. Спасибо, Василис. Поздравляем вас с прекрасными оценками. Скажите, я знаю, что у вас очень плотный график. Вы часто выступаете в Москве, играете с различными оркестрами. Как давно вы решили связать свою жизнь с музыкой? Ну, это было достаточно давно. Я начала заниматься скрипкой в 3 года. И вот мне очень понравилось. Я решила дальше продолжать. И вот так вот получилось. А как вы относитесь к отдыху в таком случае, с таким плотным графиком? Ну, как получается. То есть, если я успеваю, у меня просто... Тоже я хожу в школу, много у меня уроков, я должна успевать заниматься. И если вдруг у меня получается отдохнуть, я отдыхаю. Да. Василис, наверняка есть какая-то мечта, связанная с музыкой. Да, я хочу, вот когда вырасту, хочу быть великим музыкантом. Спасибо, мы вам этого искренне желаем. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо большое. Ну, достойное желание, ничего не скажешь. Мы продолжаем. Виктория Свичкаренко, 13 лет, скрипка, Москва, Россия, сейчас выйдет на сцену. Детская музыкальная школа при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена, ее педагог Елена Дмитриевна Иванова. Хубаи, блестящая фантазия на тему из оперы Жоржа Безе «Кармен», концертмейстер Игорь Ганиев. Thank you.
Thank you.
Это была Виктория Свичкаренко, 13 лет, скрипка «Москва», детская музыкальная школа при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Ее педагог Елена Дмитриевна Иванова. Пожалуйста, оценки для юной скрипачки. 11-10, Захар Нухимович. 11. Получается 32 балла. Спасибо большое, Максим Викторович. Самый низший балл вы поставили из ваших коллег. Низший из трех. Ну что, это, я хочу сказать, что, конечно же, очень много хороших, замечательных качеств у этой юной исполнительницы. Она хорошо держится. Сегодня, к сожалению, вот мне это... было видно, очень помешало волнение, и поэтому далеко не все получилось так ярко, как хотелось бы. Какие-то были огрехи, так сказать, в быстрых, в мелкой технике, в быстрых фрагментах, вот, и вообще как бы пьеса более, так сказать, обязывающая, что называется. Все мы знаем эти напевы, все мы знаем эту гениальную музыку, вот, поэтому такая оценка, но перспектива очень хорошая. Я абсолютно в этом уверен. Спасибо большое. Кирилл, пожалуйста. Виктор, мне очень на первом туре понравилось. У тебя отличное отношение к звуку. И вообще, и фраза у тебя как-то так очень естественно и качественно строится. Мне прям вот, ну, как-то мое, да. Единственное, что я тебе скажу, расслабь ты плечевой. У тебя все так хорошо получается, но такое ощущение, что у тебя левая вся зажата так сильно и напрягаешься. Отпусти вот это, и вообще будешь сразу на другой вообще уровень выйдешь. А так буду следить, мне очень нравится твоя музыкальность и фразировка, и вот и натуральность и такая игры очень, фразировки еще. В «Салют д'Амур» было хорошо, и сегодня тоже. Молодец, дальше так же. Спасибо большое, Кирилл. Настя, вам слово передаем. Спасибо, Вика. Поздравляем вас с выступлением. Согласны ли вы с мнением жюри, что, возможно, волнение сегодня помешало? Да, думаю, это было так, потому что, например, вот вчера, наоборот, не было волнения, и как-то более уверенно я играла, а в этот раз, да, было все-таки волнение, но, скорее всего, помешало. Но я знаю, что вы уже выступали на больших сценах, это и Большой театр, и Большой зал консерватории. Помните ли вы свои ощущения, когда выступали там? Ну вот в Большом зале консерватории перед выступлением сильно волновалась, вот, но старалась во время выступления настроиться, как-то сконцентрироваться, чтобы волнение все-таки не мешало. Вот, и в целом... прям вот после выступления очень такие приятные были ощущения, большой зал, все хлопают, вот, и ощущение того, что ты хорошо сыграл, вот это вот приятное ощущение, вот, что ты все сделал, это, конечно, было очень, очень классно. Мы вам желаем больших успехов в дальнейшем. Спасибо большое, удачи. Напомню вам, друзья, что все туры конкурса «Щелкунчик» транслируются в режиме реального времени на интернет-платформе «Смотрим». Если вы что-то пропустили, то всегда найдете на платформе «Смотрим» видео всех этапов «Щелкунчика». Мы продолжаем. Сейчас на сцену выйдет Стефания Махначева, 10 лет, скрипка, Астана, Казахстан. Она учится в Казахском национальном университете искусств в школе-интернате для одаренных детей у педагога Ларисы Вячеславовны Мещеряковой. Шопен, ноктюрн, до диез минор для скрипки и фортепиано, Винявский, скерцо и тарантелла. Концертмейстер Шинар Аспанова.
Это была Стефания Махначева, 10 лет, скрипка, страна Казахстана. Она учится в Казахском национальном университете искусств, в школе-интернате для одаренных детей у Ларисы Вячеславовны Мещеряковой. Пожалуйста, оценки для скрипачки. 10-11, Захар Нухимович, ждем вас. Не видим оценку. 12. 10-11-12. Это 33 балла. Захар Нухимович, вам передаю слово. Ну, что, значит, идет конкурс одаренных детей. И я сегодня поддержал всех, кто показывал какие-то музыкальные отношения к тем произведениям, которые исполняются. И мне в первую очередь понравилось, что эта девочка все время была в музыке. Можно найти, конечно, некоторые там, недочеты, но в целом вот на все время именно не выполняла какие-то обязанности, а вот пыталась, и у нее многое получалось. Вот. Ну и, в общем-то, в виртуозности тоже уже есть большие накопления. Главное, я бы хотел сказать, что и сегодня я поэтому отмечал такими же оценками других молодых исполнителей, то, что это огромное будущее, перспектива. Это вот, видно, что это настоящий талант. Спасибо большое. Настя, вам передаем слово. Спасибо, Стефания. Поздравляем вас. Я знаю, что вы выбрали свой инструмент самостоятельно в 4 года. А где вы впервые услышали скрипку? Я услышала на опере балет «Щелкунчик». Я тогда ходила посмотреть театр, и мне я заглянула в оркестровую яму, и там была скрипка. Мне очень понравился этот инструмент, и я решила на нем играть. В 4 года начали, а спустя 2 года уже поступили в университет для талантливых детей. А помните ли вы, когда вы сами почувствовали, что вы талантливый человек? Да, помню. Я почувствовала это как раз-таки, когда поступила, потом начала развиваться, и у меня началось это. Здорово, это очень интересно. Мы вам желаем дальнейших успехов. Спасибо вам большое, удачи. Мы продолжаем. Роман Емельянов, 12 лет, виолончель, Красногорск, Россия, продолжит прослушивание в этом туре. Центральная музыкальная школа, Академия исполнительского искусства, педагог Мария Юрьевна Журавлева. Форе, жалоба, поппер, концертный полонез, концертмейстер Марат Мансырев. Thank you.
Свое выступление во втором туре закончил Роман Емельянов, 12 лет, виолончель, Красногорск, Россия. Он учится в Центральной музыкальной школе Академии исполнительского искусства у Марии Юрьевны Журавлевой. Пожалуйста, оценки для виолончелиста. 10-11, Захар Нухимович, 11. Это 32 балла. Пожалуйста, Кирилл. Ром, я тебя два дня слушаю, я так и не понял, какой ты. То ли тот, кто играет какую-то гениальную фразу, совершенно фантастический, просто изумительно, то есть как мастер, там шафрановский звук где-то там пробежал, или который вдруг стеклорезом начинает играть, или начинает ламента вообще без вибрации, как будто только один палец вибрирует. Так и не понял. Но вот у меня опять это вот 11, это с авансом, потому что я вижу, что, конечно, безумный какой-то потенциал присутствует, который периодически появляется и звучит так, закрываешь глаза, мастер, потом раз, и какой-то кусок, ну, такого пележа простого, виолончельного ни о чем. Я не понял. Я надеюсь, что это именно вот ты такой, когда вот эти гениальные фразы звучали, и желаю тебе во всем удачи, мы еще, конечно, в нашем виолончельном мире неоднократно встретимся. Развивайся именно в этом направлении, в какое у тебя есть, и это будет очень хорошо. Максим Викторович? Роман, очень много хорошего, я совершенно согласен с Кириллом, потому что гигантский потенциал, и можешь прекрасно звучать. Появляется местами великолепное вот это настоящее виолончельное звучание. И тут же куда-то что-то девается. В общем, очень какое-то неровное впечатление из-за этого вызывает. Потому что и технологически что-то получается, какие-то, может быть, самые, на первый взгляд, труднейшие вещи блестяще получаются, и какие-то, может быть, вещи менее заковыристые и так далее вызывают какие-то вопросы. Вот. Поэтому есть всегда к чему расти, но потенциал, возможности огромные. Так что вот это очень радует и вселяет большие-большие надежды. Спасибо большое. Настя, вам слово передаем. Спасибо, Рома. Поздравляем тебя с выступлением. Ну, услышать от членов жюри, что вы играли гениально, хоть пока и местами, это дорогого стоит. Что вы думаете про то, что игра была, может быть, неровной сегодня? С чем это связано? Ну, честно, я полностью согласен с жюри. Мне очень было интересно послушать их мнение. Я буду готовиться, когда буду играть в следующие конкурсы, буду готовиться так, как мне сейчас сказали. Сегодня вы играли произведения французского, чешского композитора. А есть ли те авторы, сочинения которых вам нравятся особенно? Да, есть. Мне очень нравится Гайден и очень нравится Бах. Я знаю, что вы много выступаете, и в том числе играли и с оркестром в этом году, в прошлом. Расскажите, чему вас научил этот опыт? Меня научил этот опыт держаться с дирижером ближе и слушать, что происходит сзади меня, слушать, как оркестр играет, и играть то же самое. Это очень здорово, спасибо большое, Саша. Спасибо, Настя. Восемь юных исполнителей по специальности струнные инструменты показали свои программы второго тура, получили оценки за свои выступления. Наступает время оглашения итогов. Все участники уже на сцене, и моя коллега Анастасия рядом со мной. Уважаемые члены жюри, мы просим вас по традиции поделиться своими впечатлениями о втором туре. Пожалуйста, Захар Нухимович, давайте вам передадим слово. Ну, прежде всего, я получил большое удовольствие, прослушав всех сегодняшних талантов. И невзирая на те результаты, которые через несколько минут будут объявлены, я поздравляю и тех, кто имеет возможность продолжать в этом соревновании выступать, и также поздравляю тех, кому это не удастся сегодня. Но я убежден, что абсолютно все если будут дальше также развиваться, получат все, что надо, все, что возможно в достижении больших музыкантских и художественных целей. Так что я желаю всем успехов, здоровья и всего самого счастливого. Спасибо большое, Захар Нухимович. Кирилл, будьте добры.
Дорогие мои, я что-то сегодня так волновался за всех, перенервничал, как будто самому проще играть, чем... Потому что вы все такие замечательные, а наш мир очень маленький, музыкальный, мы все друг друга знаем, и все мы братья и сестры в этом творчестве, и все... Вот в тот момент, когда вы решаете заниматься музыкой, вы становитесь коллегами, все вот с нами, вот, которые уже взрослые, и мы вас воспринимаем как коллег, мы очень переживали, конечно, и нам надо принимать какие-то решения, которые, может быть, я бы так... Ну, сложно это делать, потому что, ну, секунды, метры — это не про нас. Здесь все немножко вкусовщина, у каждого свое восприятие. Но мы были очень близки, все в оценках. Так, кто-то сегодня лучше, кто-то хуже. Сыграл просто. Не то, что кто-то из вас лучше или хуже. Ну, такой день бывает всякое. Дорогие, мы все в одном сообществе музыкальном, и все будем еще много-много раз видеться. Вам успехов. И я очень рад, что я со всеми вами познакомился, и буду за всеми с удовольствием следить за вашими успехами. Всех обнимаю, все молодцы, просто лучшие. Спасибо большое, Кирилл. Максим Викторович, пожалуйста. Дорогие молодые скрипачи, молодые юные коллеги, в любом случае, вот, да, конечно же, перед нами очень сложная задача, вот, потому что все вы талантливые, все вы разные, но само по себе счастье, что вы выбрали, так сказать, эти инструменты замечательные. Ну, виолончель, само собой, это самый певучий инструмент, наверное, на свете. Ну, а что касается скрипки, это единственный вообще в истории человечества инструмент, который, родившись несколько столетий назад, до сих пор нисколько не изменился. То есть рождаются новые инструменты, ну, по образу и подобию, первых же скрипок. Все инструменты симфонического оркестра изменились, многие родились за это время, многие ушли в историю, а скрипка, благодаря вот и таким, как вы, она продолжает жить уже в следующем тысячелетии, расцветать и так далее. Конечно же, очень жалко, что только три из вас, участника, могут играть в финале. Сегодня вас 8 играло. Это был прекрасный праздник музыки, радость нашей профессии. Вот, конечно же, кому-то сегодня удача, так сказать, как бы помогла, кому-то не очень помогла. Вот, но есть огромный потенциал, возможности, которые мы слышим, видим. Может быть, пройдет год, два, три, и вы вырастите несказанным образом. Я абсолютно в этом убежден. Спасибо за удовольствие. Спасибо большое. И сейчас мы назовем имена тех, кто завершил свое выступление на конкурсе. Итак, дипломантами 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» становятся Борисова Анна, 12 лет, скрипка, Краснодар, Москва. Ма Панси, 13 лет, скрипка, Китай. Свичкаренко Виктория, 13 лет, скрипка, Москва. Махначева Стефания, 10 лет, скрипка, Казахстан. И Емельянов Роман, 13 лет, виолончель, Красногорск, Москва. А теперь о тех, для кого конкурс еще не закончился. Финал 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» проходит. Александр Колесников, 10 лет, скрипка, Москва. Михаил Васильев, 13 лет, виолончель, Санкт-Петербург. Василиса Соколова, 12 лет, скрипка, Казахстан. Мы
поздравляем всех участников второго тура в номинации «Струнные инструменты». Все они проделали огромную работу по подготовке к «Щелкунчику», приехали на конкурс и успешно выступили на нем. Итак, второй тур 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» по специальности «Струнные инструменты» завершен. Напомним, что третий тур «Щелкунчика» можно будет увидеть 12 декабря на телеканале «Россия Культура» в прямой трансляции из столичного концертного зала имени Чайковского, где в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии в числе 9 финалистов будут выступать и 3 юных исполнителя на струнных инструментах. Во время трансляции финала будет проводиться СМС-голосование. По его результатам в прямом эфире одному из 9 финалистов будет вручен приз зрительских симпатий. На этом мы, продюсер и телеведущий Александр Малич и обозреватель телеканала «Россия Культура» Анастасия Павлова, благодарим вас за внимание и желаем всего доброго. До свидания.